Всем привет, с вами Андрей Ефимов, и сегодня мы продолжим серию мастер-классов, посвященных пейзажам Измайловского парка культуры и отдыха. И сегодня мы сделаем быстрый этюд заснеженной детской карусели в Измайловском парке. Обращаю ваше внимание, что мастер-класс для начинающих. Нам понадобится пастель, уголь и мел в карандаше, ластик и салфетка. Приступим. Для начала выбелим весь лист и положим немного цвета неба. Теперь наметим немного растительность. Далее приступим к главному объекту. Я начну снизу, чтобы сразу обозначить границы объекта, и продолжу с середины до верхушки, обозначая сначала то, за что цепляется мой глаз. Когда купол обозначен, я возьму ластик и буду рисовать им. Теперь, когда с помощью ластика я дал немного тона верхней части объекта, начну намечать детали. Начну с лошадок. Делайте это очень условно. Далее уточню немного границы всего объекта, добавляя при этом цвет и подробности. Идем дальше, продолжаем вести набросок. Обратите внимание, многие подробности я покажу, просто наводя шум. Под шумом следует понимать некое тональное изображение движения объекта, избегая при этом прорисовки самого объекта. Таким образом, в наброске легко набирается нужная масса изображения, когда очень много деталей. После поверх всегда можно изобразить подробнее. Далее мы покажем шесты, на которых держится навес карусели и держатся лошадки, и карусель сразу приобретает свой вид. После проработаем задний план, покажем растительность, опять же через шум. После я наведу немного тональных уточнений и закончу. Вы же можете продолжить и сделать работу более проработанной и правдоподобной. Теперь, когда все на своих местах, сделать это будет гораздо легче. На сегодня все. Желаю всем хорошего настроения, занимайтесь творчеством и до скорых встреч.